Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер и... Чикабу, всем привет. И мы продолжаем строить механический дом в Майнкрафте. Блять, я же крин сделал. Вот, короче. Что сегодня мы будем делать? Сегодня будет Чикабум заниматься декором улицы, а я... Иди ты в жопу, не буду я. Будешь? Нет. Это твоя работа. Я тебе плачу за это. Ладно, хорошо. Хорошо. Вот, давай я тебе алмазиков дам, ты сделаешь декор. Знаете, задаток один алмазик. Остальное потом, как сделаешь работу свою. Ладно. Так. А я вам покажу, что мы сделали без съемок. Так, ты, конечно, красавчик. Давай, работай, негр. Да блин, чё я тебе, чё знаю, чё да. делать? Может, лежачки сюда поставить, чтобы на земле да, стоять? Да, можешь это сделать. Может, там тропиночки какие-нибудь поставить. В общем-то, давай, проходи, дури. Я уже давно прошёл. А, в общем-то, мы доделали декор вот этой вот комнатки, теперь она выглядит вот так вот. Это я доделал, а не он, знаете. Да пошел ты. Вот, в общем-то, доделали так декор. Сделали ванну. Я сделал, кстати, этот свет на этом на тестфоре. Вот так. Такой пиздатый механизм. И сделали еще вот такую вот дверь. То есть нажимаем вот так вот, и она открывается. Что-то она до конца не открылась. Она сломалась. Ну это ж сервер поменял, дурачок, блин. Бля, точно. Все, пипец механизмом, все. Дом теперь больше не работает. Да, дом не работает, все пиздец. Кстати, вот я еще ванну. У меня лагает. О, не повезло. Вот, смотрите, короче, тут туалеты, кабинки, да. Вот. Я тоже своим зрителям сейчас хочу показать. Потом, тут у нас душ такой крутой. Вот, тут ванна такая, типа холодная, горячая вода. Вот. Раковина у нас запотевшим зеркалом. Так, заткнись. Так, и тут еще пол. Заткнись! Вот, короче, вот такие вот кабинки у нас тут. Понимаешь? Да, еще я тут камин построил. Вот, и при входе... Что? И тут еще ковер лежит, да. В общем-то, вот так вот, когда мы входим в ванную, у нас загорается свет. То есть загорается так в кабинках. Такой вот туалет у нас здесь есть. Блядь, лаги. Так, теперь тут точно такая же кабинка. Обычная, самая стандартная ванна. Мы решили сделать самую стандартную ванну. Вот такой вот. Вот такой вот душ у нас еще тоже есть. Ты тут купался в этой ванне, и вода не меняется. Купаешься потом опять в грязной. Что за дерьмо? Это вообще пиздец. Так, в общем-то, дверь вы уже поняли. Так, тут вот вторая такая же стоит, да? Не нажимай. Вот она это... работает. Что за хер? Она сработала. What the fuck? Ладно, я потом это исправлю. Давай, да. Короче, дуй на улицу, делай там декор, а я буду лифт делать. Я тоже хочу. Декор, работай, негр. Да какой декор, понимаешь, там у тебя, блин, пещера, какой в жопу декор. Ладно, я иду делать декор. Давай, иди работай, негр. За что я тебе плачу? Алмаз один, падла. Я же тебе сказал, задаток, остальное потом. Я так не играю. Остальное в конце постройки дома. Второй? Полностью. У меня яйцо есть, понял, да? Яйцо? У меня два, прикинь. Тогда у меня три, ну ладно. Нихуя себе ты мутант. Ну, может быть. Ладно, все, короче. Так. Дорогие зрители, буду учить вас делать декор. Зрители. Берем костную муку и тыкаем, короче, по травке, чтобы тут появилась травка. Двойная травка? Не обязательно двойная. И большой мы курили. Все, короче, берем вот так вот, делаем тут живность. На меня все-таки доширак плохо влияет. Так, все, сейчас, короче, мы просто, ну, выращиваем различные растения, траву. Я опять забыл, что у меня есть World Edit. Ты постоянно что-то забываешь, не попал. Дно. Что ты сказал? Днище. Серьезно? Нет. Я не отрицаю. Ну вот, видишь. Все могло бы быть хуже. Но ты согласился. Кстати, народ, напишите в комментариях, добавлять ли мат в видео. Вот так вот будет. Если хотите мат, то будет вам мат. Сучки.
Самоутвердился, блин. Так. Так буду. Значит, всё, я сделал декор, иди проверяй. Сейчас как проверю. Ух, как пиздато смотрится. Ну, точнее, хорошо. Интеллигентные люди. Еще нас загребут. Хотя мне можно не париться. Я, во-первых, живу не в России, у меня нету 3000 посещений. И... Вот так вот. Охуенный декор. Сейчас тут дерево построил, короче. Сделай, вот. Смотри, сделай тут пляж. Вот тут вот. Сделай лежачки. Сделай тут тропиночку. Посади деревья. Сделай лежаки, сделай беседку, дурень ты. Дурень? Как ты смеешь говорить про меня такое? Сейчас я тоже дерево построю, хочешь? Не, не надо, я лучше сам. Смотри, сейчас я построю дерево наоборот, хочешь? Да не надо, не надо, я знаю твои деревья. Смотри. А, 18 плюс или минус? Вот оно, дерево, блин. А что, дерево? Ладно, короче, я пошел делать лифт. Всё. Мы уже 6 минут херней страдаем. 6 минут? Да, нет. Это все можно будет перемотать. Ага. Мне самое нормальное перемотывать не надо. Так. Значит, будем строить нахуй лифт. Твою мать. А, тут пещера. Ух ты, какая тут пещера красивая. 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 Так. Не перебивай старше. Что? Старший. Так, ладно. Давайте. У нас интеллигентный все-таки выпуск. Помнишь, как Зелик сделал интеллигентный выпуск? Ага. Карта 100 подписчиков видел? Да, вообще не материал. Это пипец, какую херню он нес, я такого не думал даже. Зелик такой, всегда... так, друзья, здесь мы делаем это, да, вот так. Открою тебе страшную тайну, Зелик всегда херню несет. Зелик, блин. Так, короче, надо скопировать, это просто невъебительное деревце. Не матерись. А, точно, да. Забыл, блин. У нас интеллигентные выпуски. Ух ты. Вот так вот. Ну и вот так вот. Так вот. Ударение на... Вот. Боже мой, что мы несем? Мы несем людям радость. Мы несем людям позитив. Счастье, радость. Блин, что это за херь? Я, блин, вообще какой-то кривой. Это что за фалос посреди поля? Да подожди, это дерево. Ты меня смутил, это дерево. Это дерево. У меня собака начинает гавкать. Да, это смешно, кстати, чувак. Да пофиг. Я вставлю какую-нибудь смешную картинку с собачкой. Собака так гавкает, как я не знаю кто. Как собака. Как, сука, доберман какой-то. Берем деревянный топор, выделяем. Значит, делаем нахер лифт. Лифт, я думаю, я сделаю самый обычный. Ну, то есть стандартный, только будет в 2 этажа он. То есть вниз, то есть на 3 этажа. Самый нижний, этот и верхний. На 3 этажа я его сделал. Я уже такой сделаю. Серьезно? Да. Да, серьезно. Стоп, я же скопировал, кончено. Стоп, погодите-ка. Вот так вот. Что за дерьмо? А, тут один блок. Вот так вот копируем деревца, в общем. И отправляемся ставить их. Вот так вот. Просто мне лень строить каждое дерево отдельно, ну ты ж понимаешь, да? Да что, ты нормальное дерево построил, сделай. Я знаю. И куда оно? Они этот фалос. Уху-ху! С листиками, блядь. Бля, оно криво построилось. Серьезно? Серьёзно? Да, серьёзно. Ты не верил, да? Не верил. Не верил. Пасти.
Все, короче. Пасте. Так, значит, это мы сделали. Блядь, так, странный как лаги. Это интересно, как я дерево переставлял, наверное, просто. Угу, интересно. У нас интеллигентные выпуски. Назову этот постройка механического дома упоротый выпуск. Упороти некуда прям. Угу. Пасти. Да ёп. Так, я... На меня курица, ты шо, охерела? Курица. Реально на меня доширак плохо влияет. Тут курица бушует, глянь. С глазами желтыми. Я занят. Желтыми? Желтыми глазами. А чё не красными? Такое ощущение, что... Не буду ничего говорить. Ищадие ада. Ну да. Это курица. Или просто ее обоссали. Прям в глаза. Так. Эта курица вышла из ада. Из ада. Из ада. О, точно, водопадики добавить надо, точно. Да, хочешь, только, я тебе сделаю... на входе его не делай, этот водопадик. Это я механизм построю, как у меня в доме. Не, не надо. Я ж чуть что, не буду я ничего строить. С тебя декор. Мы договаривались. Самая дерьмовая работа всегда на мне. Я тебе плачу за что? За декор. Офигеть, тут трава такая прикольная, когда я выращиваю два раза. Послушай, трава такая прикольная. Если я выращиваю два раза. Ой, бля. Реально доширак. Не ешьте доширак, народ. Плохо влияет на психику людей. Посмотрите на меня. Вот нахер ты все заменил на землю, а? Вот зачем? Нормально. Теперь в земле уголь торчит, блин. Нормально, чё. Это вопреки всем законам сраного Майнкрафта. Это этот, это... Как? Как его? Как это фэшн. Fashion future, да? Fashion, it's my profession. Так, значит... Пасти. Пасти. Так, всё, нет, ну, да, всё. Так, еще одно деревце можно тут вдоль пляжа влепить такое. Сделай там, я тебе говорю, пляж, лежачки, там, беседку. Да все, тише, большой. Если я сейчас выйду, я тебе не знаю, что сделать, если там будет все очень красиво. Если там будет эти много тех деревьев, которые ты построил. Их тут дохерища. Что? Сейчас посмотрим. Реально их тут много. Я сейчас гляну. Да что ты там глянешь? Сейчас как гляну, ой как я. Что это за такие? Неплохая реакция. Я ее, наверное, буду несколько раз воспроизведу, типа такой ёп. Нет, ты бы слышал реально свою реакцию. Ой, надо будет этот монтажик запилить из этого постройки механического дома. А я, кстати, понял. Ладно, нет, я тебе потом это покажу. Не, все-таки я сделаю, все-таки я назову упоротый выпуск. Так и назову прям. Ща песочка добавим, будет коробка. Песочка добавим. К травке песочка. Так. Лифт. Как весело. Лифт. Я не буду продолжать это дерьмо. Лифт. Кирилл, тут растений уже больше, чем травы на земле. Растений больше, чем травы? Тут так земли. Ой, что вообще несу, боже мой. Надо будет этот сделать, как ее, в лабораторию, где мед можно варить. Кого? Мед. А. Блять. Отличная идея, кстати. Ты подавился, что ли? Я аж закашлялся. На тебя вообще все плохо влияет, блин, даже мед. Не, мед это нормальная тема. Мед, что ли? Да, мед это вообще офигительная тема.
Блин, тут это у деревьев уже как... У нас тут, я живу, ну, тут, как и говорил, в своем доме. И у нас тут недалеко пасека есть. Ух, я там иногда, бывает, пропадаю. Либо еще на шахте пропадаю, там пиццы классные делают. Да, ты мне говорил. Там просто вах, какие пиццы делают. Мёдец, мёдец кушаешь. Все деревья одинаковой высоты, ты представляешь? Серьезно? Угу. Серьезно. Да, серьезно. Так. Это мы тоже. Я, короче, вообще, блин, нахер я все это снимаю, блин, а? Все, короче, я. Хотя. Нет, ладно, остановлю. Ну, не буду останавливать съемку. Блин, она же долгая будет, пипец. Я вас все равно это дерьмо все это вырежу. 5 минут 40 будем снимать. Только я залью этот выпуск полностью. Чтоб все охерели, да, когда его смотрели. Да. Не забывайте, народ, писать в комментариях, добавлять ли мат в видео. Сочки! Самоутвердилась. Из матов только добавим сучки и все. Тут свинья такая, ты шо? Что это за дерево? Это не майнкрафтовское дерево. Так, все. Значит, продолжаем строить наш грёбаный механический дом. Он уже грёбаный? Да. Да как ты смеешь? Он тебя от... А, не буду. Молчать. За что я тебе плачу? Не знаю. Чтоб ты делал декор, давай. Это что ты врёшь? Давай делай, негр. Я потерял своего маску. Неграм слова не давали. Не смешно, понял, да? Так, давай, работай. Такой шутник просто, вообще прям шутник. От бога. Ох, капец, сейчас только что было. Я потом посмотришь у меня на запись. Да выложу видео. Ну ты скажи, что было-то хоть. Вот по вот увидишь. Вообще услышишь. У-ху-ху. А, это то, что я нёс? Да. Ты еще, кстати, прерываешься у меня в скайпе. Это твои проблемы, понял? Иногда бывает. У тебя интернет дерьмо. В прошлом выпуске 2 раза вылетел. В этом один, ну, мы играли, вылетел. Ничего, я, наверное, еще по-любому вылечу. Это ж твой сервер, он... Вылету. Вылету. Так. Блин, я пока эти тупые деревья просто сажаю, больше ничем не занимаюсь. Ну, найди себе работу. Ну да. Иди работай. А че ты за компом сидишь? Иди работай. Действительно. Мне уже 14 лет, какого хера дома сижу? Работай. Вот как у нас в ополчении чувак пошел работать. 3000 платят в ополчении. Сколько ему лет? 15. И он командир отряда. Да, ты мне говорил. Прикинь. Позывной Ройс. Чуваку 15 лет. Я охереваю. Просто. Делаем пляжик, короче. Пляжик. Пляжик. Так, а тут надо будет двери делать, ну ладно. Так, все, ведем себя спокойно. Да, адекватно. А то я вспоминаю, короче, понял, смотрел одного школьника. Он, ну, он записывает сам, понял. И, ну, так, не случайно наткнулся там, у зелика, короче, там наткнулся на него. Вот, и он такой записывает, и разную херь просто несет. Играет кентиран, там начинает ржать, там петь, там, понял, там еще ну, что-нибудь там. Нас... Всем привет, там как видим, несет херню. Всем привет, дорогие зрители. Зрители? Да. Я тоже видел это в зеленого выпуска. Вы не подумайте, это не пиар. Хотя не пиар, не зелик заплатил.
Я даже ссылку в описании вставлю. Если что, ссылочка в описании. А ты помнишь, как у него Лошка пиар купил? Ну, не купил у него пиар. Ну, в смысле, шутка такая, я имею в виду. Это был Стёп. Ну да, я же понимаю шутку, я имею в виду. Ты не понял. Я все понял, все под контролем. Как там, в этом, где там? Он еще, он вставил Лошку под канал. До чего дошел прогресс? Лошка купил пиар. У Сережи ПМС. Очень много. Слышал эту песенку в Comedy Club было? Слышал от Зелика эту тему. Я тебе скину. Да не надо. Да не надо. В Comedy Club я слышал. Еще есть тоже классная тема. Ну, короче, я тебе скину. Песня. Ты приседаешь в зале, чтоб все попивали. Классная тема. Вообще. В Москве или на дальнем вышке ходит зал. И для тебя нормально иметь ее овально. Мне, кстати, реально классная тема. Класснее некуда. Мы когда ехали с шахты, спицами, мы эту тему слушали. ДНРовцы рядом проезжают, хуевает. С нас. Пипец. Я тебе рассказывал, что у нас этого чувака взяли, ДНРовцы. Да. Нет, про другого. У тебя что их там, 1000 что ли? Которому, не, он, короче, бухой в комендантский час катался на машине. Да, ты говорил. Капец, долбоёб. Сейчас окопы роет. Ему, короче, либо 15 суток, либо рой окопы 7 дней. Он такой говорит, 15 суток лучше посижу. Ебать, долбоёб. Сейчас уже вроде окопы роют. Окопки? Так. И вот так. Вот. Всем привет, дорогие друзья, с вами Чикабу. Подожди, я что, не вовремя? Ты что несешь? Я хотел всего лишь поприветствоваться. За что я тебе плачу? За приветствие? Нет. Давай декор делай. Влада ответ. Да. Мой ответ. Джокера ответ. Джокера. Джокер. Ты не Джокер, ты Джокер. JC. Джокер Channel. Дейзи. JC. Делай, короче, этот. Капец ты. Знаешь, что такая полянка из этих деревьев, а там дальше пусто. Делай, я ж тебе говорю, вот тут пляж сделай. Да сделай я, чё ты, блин, вообще тише будь. Задавал свои фалосы везде вставлять. Это не фалосы, это, блин, кусты. Это кусты? Это не кусты, это деревья, точнее. Ой, бля. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Что? Ты осознаешь? Что именно? Что это не фалосы. Это искусство, друг мой. Это не искусство, это фалос. Тебе не понять, в общем. Да. Тебе только свои механизмы строить. Да, вообще пиздец. Так, за что я тебя плачу? Друг другу платим, Давай, остальное получишь просто. Свой паспорт получишь только тогда, когда у меня его нет. Закончишь декор. Чувак, у меня его нету. А я тебе сделаю. Я же школьник. Я ранний школьник. Я тебе сделаю украинский паспорт, хочешь? Не, спасибо, не надо. Будешь хохлом. Ау. У нас вообще такая тема, короче, эти паспорта не выдают. Вообще жесть. Многие люди просто с этими, со справками ходят. Прикину. Справку, блядь, 7Б.
взял, нахуй, нормально. Ты знаешь, что такое справка 7Б? Не. Ладно, мне нечем с тобой разговаривать. Я же школьник. Я не знаю многих взрослых штучек. Простите, знаешь. Так, взрослых шалостей. Все, короче, я усадил сраной. Ладно, не важно. Теперь жопой сядь на одну из этих деревьев. И что, на что это будет похоже? Это будет похоже? Нафиг его знает, на что это будет. На стык с деревом? У меня мозги сейчас вообще не работают. Я жутко хочу спать. И зачем ты решился записать? Потому что делать нечего. Ну так поспал бы, боже. Меня утром разбудили от того, что сказали бомбят. Я проснулся часов в 6. И вот где-то часов в 6 я не сплю. Охренеть. Ну чё ты... А лёг я вчера в часа в 3 ночи. Точнее, вчера я лёг спать сегодня. Вот так. Я где-то часов в 6 не сплю. 3 часа я всего лишь поспал. Печаль, беда, да? Обида, грусть. Обидка. Печалька. Грустинка напала. Так. Ой, я тут. Что ты? Я вспорол твой дом. И у меня звонит телефон. Зашибись. Нормально, во время съемки. Че, когда же звонит? Так, а ну, ясно. Итак, дорогие друзья, мы вернулись. Всем привет, с вами Чикабум. И Джокер. И Джокер. И сегодня мы будем... мы будем снимать летсплей вместе. Ура! Капец, говорят, уже этот от нас где-то километров 15 уже нацики стоят. Так. ДНР. ЛНР, ДНР. Мимимил, снова горит БТР. Ты, кстати, слушал те песни, которые я тебе скидывал? Не. Вот дурин. Зачем мне это, понимаешь? Затем песни классные. Особенно там этот чувак, прям. Охуенная тема. Я ж не люблю рэп и подобное. Что? Это в каком стиле, в смысле? Что это, просто слова? Ну да. Именно песня, да? Да, да, послушаешь, там реально классно поют. Со смыслом, да? С хорошим смыслом. Ну я так и понял. Там... Не всякие там Макс и Коржи. Нет, там именно этот чувак поднялся на вот этих песнях. Понятно. Так, вот сделаем. Куда еще больше? Вот, чувак реально классно поет. От земли до небес черный дым до свинец и осколком пробит белый свет. Вот у тебя пару слов из этой песни, из одной из них. И осколком пробит белый свет и на вылет свинец прошивает Донецк. Классная песня. Так, если кто хочет, да, послушать, заходите на мою страничку, там у меня на стене, можете поискать. Песенки эти. Это не пиар тоже. Мне не заплатили. Мне ничего не... Мне не платили. Я сейчас все равно не пиарю никого. В смысле, потому что нет клиентов или нету... Или не хочешь? Активности. Я хочу где-то начать пиарить тысяч с 5. Вот так вот. Начать пиарить. Когда уже активность будет более-менее нормальная. Сейчас активность не очень. Плюс еще после большого перерыва активность сейчас упала. Так что... Такие вот дела. Сидеть я тут лес тебе понастроил, я сам тебе в шоке.
убирай половину. Оставь два дерева. Нормально. Сейчас мы сделаем красивейший декор. Ой, это в следующей серии ты будешь это ничего не делать. Почему? Декор улицы закончили, декор комнат закончили. И что я буду делать? Бегать, прыгать, скакать, веселить тебя? Ничего ты не будешь делать, будешь, буду без тебя снимать. Я ведь тоже умею делать механизм. Ты ничего не умеешь. Мне ничего не доверяют. Обида, грусть. Заткнись. Пошел плакать в подушку. Да, конечно. Дождешься. Так, мы уже снимаем 31 минуту. Хереть, страдаем херню, снимаем уже 31 минуту. Угу. Ужас. 40 минут сейчас где-то отснимем. Ну, может 30... там 5 минут еще. До 35 минут подождем. Как раз нормально. Монтировать. Сейчас я сверю с бандикамом. Монти. Да, 31 минуту мы снимаем. Это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Мне надо будет идти дальше следить за обстановкой. Потому что пипец. ЛНР, ДНР. Пока что я сделаю каркас лифта, этого, все остальное, а схему уже передвижения с этажей на этажи я сделаю уже в следующих сериях. А пока что я сделаю только каркас. Прямо во время съемки? Что во время съемки? Саму схему. Да. Нихера ты могёшь, я бы не смог. Серьезно? Да. Серьезно. Серьезно. Эта схема моя, я ее придумал. Это мне что-то напоминает. Сообщение. Не, реально, вот эту схему я придумал. Которая с этаж на этаж? Да. А я еще, ну я тоже буду строить у себя в доме. Если я придумал такую схемку, там, ну, основана на этих, на поршнях эта схема. Да ладно, ну чем же еще может быть? Нет, ты не понял, этот... Я понял, сама схема, а не сам принцип работы, да, да. Сама схема основана на поршнях. Я еще, конечно, может подумаю, может еще чуть-чуть по-другому как-то это сделаю, все дело. Но с передвижением с этажа на этаж, скорее всего, будет эта схема. Если я нового ничего не придумаю. У меня сейчас башка вообще не варит. Так, вот так вот, вот так вот. О боже мой, я уже задолбался этот пляж делать, я уже все задолбался делать. Ну, значит, скоро закончу. Ландшафт. О, опять залпы слышны. Вообще шикарно. А ну, ща я. Или самолет летит, или залпы сушеные, не разберешь. Не разобрать. И не собрать. А зато какая шутка. Ха-ха-ха-хах, я пошутил. Ах-ха-ха-хах. Ах-ха-ха-ха-ха-хах. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Все-таки реально. Повторюсь еще раз, но доширак на меня плохо влияет. Ты же это 45 раз сказал. Неправда, я вот даже перемотаю, я даже сделаю этот табло. Наверное, если мне лень не будет. Если я переборю свою лень. Перебору. Перебору. Бару-бару-бару. Бару-бару-бару, бери-бери-бери. Ты в дотку играешь, стоп? А, ты ж не играешь, да? Играл.
Бывший задрот. На Калау, наверное, да? Бывший задрот. По доте. Сейчас не играю. Дота для задрот. Да. Да, Ники. Я не играю, ты чё? Чё ты взял, что я играю? Я вообще придумал просто самые лучшие лежаки в мире. Сейчас я как посмотрю. Ой, как посмотрю. Что ты там натворил? Я просто придумал новые лежаки. Ахахаха. Я пошутил. Просто ерудительные лежаки. Очешуительные. Я просто не видел лучше. Что тут, зонтики, херонтики, да? Ахахаха, ты пошутил. Я пошутил. Да. Боже, я хочу какую-то игру заснять. Да, этот, на летсплей. Ой, я этот, либо Portal, либо Кью буду снимать. Не знаю, какой. Подумаю. А я Майнкрафт летсплей. Летсплей по Майнкрафту. Надо либо этот продолжить, тот летсплей на хардкорной карте. Я знаешь что, я не люблю просто с модами. Я вот такой человек, который моды не любит. Да-да, такой есть. Надо этот, короче, дом механический с модами построить. И смысл? Прост? Прост, да, прост. Либо не с модами, а с чем-нибудь. Ахахахах, я пошутил. Ой, капец. Ты сейчас не шутил, ты чё всех наёбываешь, а? У нас интеллигентный выпуск, не матерись. Дурень. Ну да ладно. Шоколадно. Чоколадно. Чоколадно. Ммм, чоколадка. Чоколадно. Ммм, чоколадка. Ммм, you touch me, tra-la-la. Oh, my baby, din-din-don. Oh. Touch me, tra-la-la. Как там дальше поется, я не знаю. И я не знаю. И я не знаю. Все, я сделал супер мега оформление. Красивчик. А, точно, нужно же еще сделать фигню какую-нибудь. Нечто важное, дорогие друзья. Построй последи. Последи. Посреди озера член. Ладно. Я пошутил. А, ну ладно тогда. Не, на этот остров в форме члена. Прикинь тогда. Так, сейчас будет прикол. Дверь закройте! Идите отсюда, дверь закройте. Дверь закройте, я занят. Слышишь, Ва? Зашибись. Кого ты там воспитываешь, родаков? Давай, Полина, иди. И дверь закройте. Пендаля ей. Хорошо. Угу. Бум, чика. Чика-бум. Бум, чика. Вы чё, давайте, закройте дверь, вы чё, не понимаете? Затупки, блин, валите отсюда. Затупки. Пендаля им, да, и все. И да задолбали, блин. Пришли, блин, такие. Походили у меня здесь, блин, и свалили. Я же говорю, пендаля. Какие-то гости к моим сестрам, блин, приехали. Пендаля. Чуть-чуть забыли, доставать надо, понимаешь? Пендаля все равно. А ты, короче, этот, купи себе кий. Для бильярда. Как кто заходит, сразу подчабан. Кием. И все, и нормально. Блин. Так, все, каркас я сделал. Лифта. Осталось только этот сделать систему с этажа на этаж. Подъем. Вот и все. Так, сейчас я еще тут доделаю немножечко. А черт, криво получилось, ну ладно. Вот таким макаром. Вот таким вот макаром. И здесь мы вот так вот это все заделаем. Вот. Здесь мы
тоже вот так вот все это заделаем. Это тоже так заделаем. У меня для тебя сюрприз. Сюрприз, мотафака? Не, просто сюрприз. Сюрприз, мотафака. Мотафака. Все, иди смотри. Блин, это не похоже, черт. Ты член построил? Да не. Я угадал, походу. Не. Так, сейчас чуть посмотрим, не какой декор. Ну, с лифтом я пока что закончу. Потом в следующей серии я доделаю с этажа на этаж. Я уже вижу твое творение. Я не строил ничего, это само. Кстати, а прикольно смотрится. Да я не про это, дурень. Я про вот это. Ты еще тропинку здесь забыл сделать, за что я тебе почву? Чувак, это прикольно смотрится, не убирай его. Это маяк. Он освещает путь. Еще вот так сделать, подожди, сейчас. Ты потом, если что, вырежу тот момент, ок? Вот так вот. Влад. Что? Вырежу потом тот момент. Какой именно? Ну, тот, когда ко мне зашли. Да я не буду вырезать. Почему? То что? Смотри. Красиво, да? Лучше вот так. О! Что ты там еще наделал? Идеально. Ты подобрал, фу. Не подходи ко мне, не приближайся ко мне больше. Это паутина, дурень. Вот так. А, ну ладно. Вот так. Лянь. Он облился. Ага, пусть так и стоит, это маяк. Он освещает путь. Хорошо. Из далеких-далеких долин. Все, давай доделывай тропинку, и мы заканчиваем. Я ускорю эту херь, как я тропинку. Уже 42 минуты снимаю. А монтировать это все я буду очень долго. Да я тоже долго монтировать буду. Ахахаха, я пошутил. Ахахаха, я не шутил. Я пошутил. Это ты шутник. Бан просто. Не, Майнкрафт я монтирую, ну сколько? Сколько я монтирую в Майнкрафте? Ну минут 10 может. Ну именно там залить интро, ну полностью сюда видео смонтировать. А там, допустим, я не знаю. А уже на сам монтаж, то есть на рендер, уходит самое большое время у меня. Я часа где-то около часа, может больше, уходит. Ну, у меня так же примерно. Все, доделал тропинку. Нет. Питер ответ. Я сказал нет, слышь ты, тролл-херов. Да похер. Даже затроллить не можешь нормально, фу, как так можно. Обидно. Что-то какие-то лежаки кривые у тебя. Да они охерительные. Давай полежу. А, блин, подожди. Давай полежим. Да, на них даже полежать можно. Да. Все. Належались. Только загорать можно в ночи. Да. А, кстати, слышь, что? Дай я лягу и поставь день, чувак. Да. Я проснусь? Поставь день. Блин, ну ладно. Нельзя на них ложиться. Ну, плохо. Ну вот что, в принципе, смотри, вот такая чудо-тропинка такая ведет. Ага, чудо прям. Тут такая хрень. Несимметричная. Что ты хочешь? Тут вход, дурень. Я водичку сюда добавлю. Зачем? Ну да, это будет смотреться дерьмово. Стоп, а что если просто вот тут вот пусть водопад слить? Вот эту херотню нужно вот сюда переместить. А, лаги! Слышь, что если водичку сюда пустить, просто вот так пусть будет. Чувак, смотри, фокус-покус. Хочешь покажу? Оп. Блять. Оп. Смотри. Ну, окей, в один блок пусть будет. Да даже не в один, ну, бери её. Да она красивая, но ты, блин, у тебя нету души. Я так бездушная. Я бездушная скотина. Маяк, чё, где тема? Кстати, маяк это шедевр планеток. Да.
Да, маяк это вообще... Это лучше все, что есть в твоем доме. Угу. Пока что... А, что, давай заканчивай, что ли? Одно из лучших. Так, сейчас, подожди, я тут и делаю. Хотя тут не надо, а тут и так сделаю. Так. Тут и так. Нет, сильно как-то оно смотрится неестественно. Вот так. Ну, пошел вот так, во. Все. Ну чё, на этом, я думаю, мы закончим нашу такую упоротую серию постройки механического дома. И напоминаю еще раз, ребят, пишите в комментариях, добавлять ли видео мат. В общем, всем спасибо за просмотр данного ролика. С вами был Джокер и... Чикабум! Всем удачи и всем пока. Пока, ребят.